Что касается текущего момента, я боюсь говорить вам спасибо, но поскольку в стране спокойствие, люди вроде бы спокойны, я имею в виду финансовый рынок, как бы нас кто-то там не подкритиковывал, то, что было и то, что есть, это небо и земля. Может, кому-то не нравится слишком жесткая финансовая политика государства, но она направлена на сохранение стабильности. Поэтому я боюсь говорить спасибо, но тем не менее работники Национального банка заслуживают этой благодарности. Смотрите, вы за это несете персональную ответственность, мы с вами договорились, руководители коммерческих банков наших второго уровня знают эти подходы, старайтесь найти с ними общий язык и выстроить безопасную работу в сфере финансов. В последнее время мы меньше говорим о деньгах, о финансах, но они не любят шумихи. Говорят, деньги любят тишину, мы следуем этим принципам.